Здравствуйте, ребята! Сегодня я сделаю обзор вот на такую вот раскраску. Она называется «Раскрась шедевр». Написано «Транспорт в шедеврах живописи». Дополнить цветом классиков мировой живописи. Лучшее произведение. Сейчас я вам покажу. Здесь в этой серии раскрасок «Раскрась шедевр» входят Ян Фермер, Клод Моне, импрессионисты и постимпрессионисты, Леонардо да Винчи, Боттичелли, шедевры русской живописи, Огюст Ренуар, Эдгар Дега и Париж. Также еще здесь есть вот на этом обороте цветы, ягоды, фрукты, русская живопись. Ну, в общем, вот такие вот. Старая Москва. С этой стороны уже разрисована картина, а с этой вам надо ее самим вот разукрасить. Листы, в общем, здесь нормально такие. Снизу подписано название картины. Кто ее нарисовал, когда она была нарисована. А здесь, соответственно, вам самим ее надо разукрасить. Можно разукрашивать как цветными карандашами, так и красками. В общем, чем вам интересно, тем разукрашивать можно. Такая вот картина.